Вот пройди мимо, вдоль. На ток с другой стороны. Чудеса, чудо. Пойдем, зайдем. Это Курчатов. А как обратно? Как обратно сейчас приходит. Но это колоссально, колоссально. Государственная корпорация по атомной энергии, Росатом. И главное, что странно, это же, казалось бы, так чудовищно оберегающий. Смотри, я еще раз зайду. Посмотри. Сама, дверь открывается сама. И это чудеса, чудо, чудо. Невероятное чудо. Ой, знаешь что, давай вот ты пройди, а я сниму издалека, как она открывается, вот отсюда. Чтобы она вся была видна. Надо пройти вот под шариком. Видишь там шарик? Давай. Иди, иди. И зайди туда. Это что-то невероятное, да? И главное, что никого нету. А? Это мистика, сюрреализм. И что ноль, никого не, нету ни охраны, только, пожалуйста, наоборот, как бы, да? Приглашают, а? Потому что днем здесь страшный охранник, а здесь курила. Да? Потому что Ольга пошла в сортир, в церковь. Так, какую? Вот в ту, где мы были. А разве там есть сортир? Конечно, к любой церкви. Ольга какая? Ну, которая меня везла в Тарутку. Мини на невесту. А. А тут на тебе, пожалуйста, дверь сама открывается, пустота. Наверное, можно было бы зайти, нет? Нет, ну там уже нет, там есть охрана. Думаешь? Ну, может, он... Ой, смотри, какое невероятное вот это параноидальное что-то. Кто-то бдит на самом этаже. Где? Свет. А, да. Вот свет. Ну, сегодня суббота, понимаешь, суббота. Здесь должны все равно в Росатоме сидеть кто-то. Ну, а что, это же министерство, тут атома же нет никакого. Нет, ну, атома-то нету, но... Вдруг, тут бумажки. Ну нет, ну вдруг там что-то пришлют, какое-нибудь сообщение. Ну это да. И вот колоссальный дом тоже, вот это вот мне очень нравится. Видишь, а теперь подсветили, там же эти и мозаики. Да, мозаика, да. Ой, смотри, а тут 13-я останавливается, на котором мы ехали-то оттуда. А-а-а. А почему он тут? То есть мы могли бы сюда на нем приехать. Он, наверное, так и сюда. Да. Да, точно, да. То есть надо иметь в виду, что он здесь останавливается, если днем вот... И этот комплекс сюда приехать смотреть, да? Ну это да. Да, и вот мистический дом, конечно. Напротив этого Росатома, который раньше был министерством среднего машиностроения. А? Ты уверена? Мне кажется, их покрасили просто. Москва интереснее как город, чем, например, Нью-Йорк. Нью-Йорк же новый город, в сравнении с Москвой. Там же нет там 17 века, 18-го, нет. Ну, тогда Италия еще интересна. Да, конечно, Италия интересна. Но она более однообразна, чем Москва. В Москве совсем разные, как бы... Ну,
Что Италия? Ну, в Италии дико понравился качественный отдых, но там меня прямо, знаешь, уже... И такой однообразный довольно красоты. Ну, она такая итальянская, там либо такая. Да. Поэтому мы с Колей Козловым, конечно же, поперлись, какие места были, совсем не это какие места? Ну, кто-то потихло, какие-то жуткие заросли, какие-то в камышах себе, какие-то прекрасные звезды. Пьяница в камышах? Да, конечно. Там набережной нет. Это в Риме? То есть это на окраине Рима, это да? Рим.